Астрологи рекомендуют этим людям научиться планировать свои дела, чтобы не оставаться в бедственном положении из-за очередного азартного приключения. Интуитивная, чувствительная, творческая личность, искатель правды, не всегда соразмеряющий желания и возможности. В любви эти люди непостоянны и предпочитают часто менять партнеров, чтобы не потерять собственную свободу. Обладатели этого имени нелегко связать с супружескими узами или долгое время удерживать возле себя, поскольку это неизбежно ограничивает их стремление к свободе и независимости. Натура широкая, но непредсказуемая в порыве эмоций. В страсти к разнообразию, особенно в мелочах, может проявиться мотив его жизни. Им важно, как они выглядят в глазах окружающих, поэтому стараются добиться высоких результатов выбранной деятельности. Эти люди любят разнообразие в мелочах. Этим людям интересно заводить новые знакомства, путешествовать, заниматься спортом, а также они любят науку и искусство. Гласная буква «У» вносит в характер хитрость, а именно умение тщательно скрывать истинную цель своих намерений, способности политика. Они способны на решительные действия, но зачастую сначала совершают действия, а потом задумываются о последствиях. Упрямство и завышенная самооценка мешает обладателю буквы «Х» в имени правильно оценивать свои взаимоотношения с окружающими, а предрасположенность к депрессиям приводит к нервным срывам. Подсознательно звук «Е» в этом имени воспринимается спокойно, без раздражения. Владельцы этого имени всегда стремятся подняться на высший духовный уровень. Буква «Е» придает характеру сразу две особенности – бесхитростность и стремление к власти. Если преобладали властолюбивые помыслы этих людей, то они видны сразу невооруженным глазом. Потребность к самовыражению, обмену идеями, склонность выступать в роли посредника, проницательность – вот главные принципы этого имени. Эти люди могут подчиняться обстоятельствам, но до определенного времени. Представителям этого имени следует по возможности носить одежду из блестящих тканей. Буква «Х» в этом имени говорит о стремлении завоевать всеобщее признание, а значит о приверженности принятым в обществе законам, моральным устоям. «Р» – резкий звук в этом имени. Для чувствительных людей может показаться неприятным, особенно если он произносится твердо. Таким людям свойственно задать себе цель и добиваться ее. Этому человеку трудно подниматься по служебной лестнице, и поэтому он порой ищет возможность реализоваться в свободном творчестве. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.